Всем привет, дорогие друзья, вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. Если еще не подписались, обязательно подпишитесь, ну и все колокольчики поставьте, чтобы не пропустить ни одного видоса. А также телеграм-канальчики, чат СВ, где вы сможете задать вопросы, получить оперативный ответ, и новости СВ, где много всего интересного. Ну и вообще все фишечки здесь, если что, и очень много. Мы же с вами вот к такому сюжету, значит. У нас есть смартфон Samsung и смартфон не Samsung. К смартфону Samsung подключены Galaxy S Watch 6 и к этому подключены Galaxy Watch 4. Значит, нам что нужно? Мы установили с вами моды сюда. Samsung Health Monitor здоровья. Ну и здесь он, как видите, у меня работает. Если я, допустим, открою, то вот у меня ЭКГ, и вот давление я уже измерял, все прекрасненько на нем пашет. Даже, смотрите, запись не удалось классифицировать запись ЭКГ. В случае плохого самочувствия или при постоянном получении этого результата обратитесь к врачу. Короче, надо что-то мне с этим делом делать. Ну, вот так, значит. Проблема следующего характера. Не синхронизируются данные в Samsung монитор здоровья. Даже если мы разрешаем эти данные синхронизировать, вот если я их даже, видите, вот все, никак они, короче, не хотят. Что б я ни делал, синхронизации нет. На Samsung, кстати, будет то же самое, если у вас установлены модифицированные приложения Samsung монитор здоровья. Поэтому нам нужно как это все сделать, чтобы у нас синхронизировалось. Что мы сейчас будем делать? Как раз таки это. Для этого нам нужно будет установить вот этот вот мод. От, как же его там зовут-то, забыл, Данте 60 или 73. Спасибо ему огромное, он очень много делает для того, чтобы эти моды у нас были, кстати. И для того, чтобы у нас работала, допустим, эта синхронизация. Значит, поставили мы с вами этот мод. Переходим мы с вами вот сюда. BR Sync, как раз таки говорящая нам о том, что у нас должна быть здесь синхронизация. Идем, нажимаем. Вот, пожалуйста, и здесь нарисована картиночка. Даже русский язык, видите, поддерживается. Включить наборы, нажмите, чтобы создать папку Samsung Health в вашей папке для загрузки, а затем создайте фетуры менеджер в папке Samsung Health. Вот так, короче, смотрите, созданный файл в папке, не удаляйте его, перезагружено Samsung Health при установке. Все, готово. Мы с вами эту папочку сделали. Что это за папочка? Если вам так показать, то она находится у нас сейчас. Сейчас она у нас находится, значит, во внутренней памяти. Внутренняя память. Где же ты, мой телефончик? Внутренняя память. Идем в довланг. И, пожалуйста, в загрузочках у нас появился вот Samsung Health. И вот здесь этот файл. Вот он у нас есть. Все. Это у нас с вами случилось. Теперь... А инструкция по установке нажмите, чтобы посмотреть инструкцию. Мы с вами теперь будем смотреть все это дело на этом телефончике, чтобы мне не отвлекаться там. Все, папку мы с вами сделали, теперь инструкция по установке. Теперь нам нужно открыть определенный режим Samsung здоровья. Для этого мы с вами что делаем? Открываем Samsung здоровья, нажимаем три клавиши вот здесь, вот три точечки. Вот, нажали на них. Дальше настройки. Дальше настроечки. И идем в самый низ. Здесь Samsung Health. Вот. И вот, видите, вверху у нас надпись. По ней тапаем, пока не появится у нас вот две надписи. Появилась. Нам нужна первая. Теперь нажимаем следующий шаг. Нажали. Здесь показано нажать вот сюда. Нажали. Следующий шаг. Теперь нам нужно найти Health Analytics, вот эта вот надпись, вот, пожалуйста, Health Analytics, нажали, все, следующий шаг, здесь выбираем последнее, Dev, выбрали, все, все, следующий шаг, теперь предыдущий, Dev 1.2, ага, сначала Enable у нас уже стоит, и второй Dev. Все сделали. Поехали дальше. Следующий. Следующий. Нужен нам дата Past Prompt.
Даже не знаю, где это. Ну-ка ищем. Data Platform. Вот она. Platform. Data Platform. Нашли, открыли. Здесь мы, значит, с вами что делаем? Real Account. Где он, Real Account у нас здесь? Не вижу я его вообще. Я так же, как и вы, дорогие друзья. А, включен у меня, включен. Здесь у меня включено. Data Sync Enable включен. Off вот здесь внизу. Мне надо включить on. Вот эти вот все я включил. И здесь тоже включил. Так, все, здесь сделали все. Все по этой схеме. Теперь идем далее. Нажимаем следующий шаг. Теперь сторож надо нам. Значит, память, я так понимаю, где она тут у нас? Здесь я ее не вижу. Samsung Hill. Battery. Storage. А, все, выходим, короче. Отсюда выходим. Нажимаем ОК. Дальше память. Нам нужно остановить. Остановили. Дальше идем. Короче, нужно скинуть кэш. Просто нужно скинуть кэш. Хранилище и кэш. И здесь очищаем кэш. Все, теперь следующий. Ну, следующий нам надо просто, получается, Samsung Health Monitor. Теперь открываем Samsung Health Monitor. Дальше три точечки здесь написано. Ага, следующий шаг. Настроечки. Следующий шаг. Дата. Разрешение доступа к данным. Выбираем вот эту вот часть. Теперь все, как видите, нажалось у нас все. Готово. Следующий шаг. Это мы с вами нажали. Следующий шаг. Еще раз. Так, тут у нас все есть. Хорошо. Ну, все вроде как. Должно сработать. Все это мы с вами сделали. Следующие шаги. Теперь нажали. Здесь у нас есть. Результат есть. Теперь нажимаем. И открываем наш Samsung Здоровье. Закрыли пока. И теперь открыли. Посмотрим. Советы пошли. Теперь пробую по новой все измерить. Ну и дальше, как говорится, будем смотреть, синхронизация пройдет или нет. Так, здесь измерил 133.84. Сейчас еще измерю ЭКГ на всякий случай. Пусть будет, как говорится, а потом и проверим все остальное. Так, ну ЭКГ я тоже измерил. Опять у меня неопределенный результат. Короче, в больничку, если что, надо. Так, кровяное давление, как вы видите, определилось у меня. Все, вот работает, пожалуйста, кровяное давление. Оба два. Так, вам не видно? Видно? Вот они. Оба два. Ну и ЭКГ. Вот ЭКГ что-то не открывается. Не знаю, по какой причине, но не открывается. Может, у вас, если у вас тоже не открывается, дайте знать, почему. Интересно. Ну а так, в целом, все как бы, дорогие друзья. Вам напоминаю, что вы были на канале SmartWatch. Не забудьте подписаться, сказать спасибо. Даже можно задонатить. Хотя бы рублей 50. Пока.